период похолодания и осенней распутицы у специалистов Томск-Трансгаз, Газпром-Трансгаз Томск. Горячая пора. Сегодня сразу в нескольких регионах Западной Сибири проходят ремонты магистральных газопроводов. Один из них в Колпашевском районе, возле села Чижемто. Для Сергея Паутова, сварщика высшего, 6-го разряда, это последние огневые в его профессиональной жизни. Через 2 недели он уходит на пенсию, отдав работе на предприятии почти 30 лет. Раньше там, допустим, в вахтовках приходилось ночевать, сейчас вагончики у нас тут, это все ермаки. Экскаваторщики, сварщики, линейные трубопроводчики. Всего здесь около 30 человек и 10 единиц техники 3 подразделений предприятия. Из Чижемто, Томска и Пробеля. Им необходимо заменить крановый узел на участке магистрального газопровода НГПЗ «Парабель-Кузбасс». Это один из важнейших элементов в системе управления транспортом газа. Были выявлены дефекты, которые, значит, сейчас стоит задача перед нашим филиалом устранить для обеспечения безопасной и безаварийной работы магистрального газопровода. Ремонт участков газопровода СРТО «Омск» – один из самых сложных в планах этого года. Серьезная проблема, с которой мы столкнулись, является большая обводненность и заболоченность 6-го и 7-го участка. При производстве работ на данных участках использовались специальные полимерные плиты для прохождения трубоукладчиков и экскаваторов. Юргинский филиал «Газпром Трансгаз Томск» тоже успешно провел огневые работы. Летом этого года у нас проводилась внутритрубная диагностика на данном участке. И по результатам данной диагностики был выявлен дефект сварного шва. Газовики вырезали дефект трубы, так называемую катушку, и заменили его новым участком. Благодаря тому, что здесь есть вторая, резервная нитка, поставка голубого топлива потребителям не прекратилась ни на секунду. Всего в этом году коллективами «Газпром Трансгаз Томск» проведено 25 планово-предупредительных ремонтных работ в 13 регионах Сибири и Дальнего Востока. Это основа основ надежной и безопасной эксплуатации газовых магистралей, а значит и бесперебойное газоснабжение потребителей.